Ребят, короче, я хочу запустить тест курочки, и сегодня я хочу начать вот с этой точки. Пойдем посмотрим. Точка называется Chicken Hub. Здесь готовят в основном курицу. Посмотрите, у них есть интересные сеты. Вот такие вот бакеты, ножки, крылья, стрипсы и бургеры. Ребята, еда пришла. Здесь у меня сет лайт. 5 крылышек, 5 стрипсов, фришка и соус. Еще взял себе вот такой chicken bag. Стрипсики, они выглядят, смотрите, какими прям очень криспи, хрустящими. Какая офигенная панировочка. По вкусу, вот специи мне нравятся, но по сочности, конечно, немножко слабовато. Здесь для меня идеальная острота. Они не жгут рот, при этом определенная жгучесть присутствует. Ой, мне повезло, мне дали 5 однокостных крылышек, как раз как я люблю. Крылышки очень сочные. По специям то же самое, офигенный баланс. Жгут, но не разрывают рот. Что нравится, это красота их панировки. Посмотрите, какая она детализированная, прям какая-то, что ли. Так, а это chicken bag. Получается, что там? Курочка, хаш браун, сыр, помидорки, айсберг. Очень похоже на боксмастер. Интересно, умеют ли здесь размазывать майонез. Добротная начинка такая. Что классно, она сочная. И вот баланс вкуса, который должен быть в подобном продукте, он есть. Филеха просто знатная. Надеюсь, вам было видно. Если в стрипсе кажется суховаты куски филе, то здесь филе вообще сухостью не отдает. Классная курица. Жаль, что только находится в одном месте в Алматы, в орбите.